Сегодня в команде «Утро добрых дел» я, Надежда Семендяева, и мои коллеги Давид Мартиросян и Иван Перминов, главные специалисты Управления соцзащиты населения Железнодорожного района. Вот за нашими спинами работает наш герой, которому уже не терпится все переделать. Это Алексеев Анатолий Александрович. Я думаю, он вам тоже хорошо известен, и ему нужно помочь. Давайте у него сейчас пойдем и спросим, что ему сделать нужно. Анатолий Александрович, посмотрите, пожалуйста, на нашу бравую команду «Утро добрых дел». Чем мы можем быть вам полезны сегодня? Ну, помочь маленько сложить, хоть немного, но сложить. Самые тяжелые доски мы сейчас выберем, и самые тяжелые мелочи я потом тихонечко это сам сделаю. Анатолий Александрович, так и нога же болит. Почему работаете сами? Нельзя. Зима же идет, и надо с весны все готовить. С весны. Они потом подсохнут, дрова будут легкие, гореть хорошо будут. Ну, надо готовить сейчас. Анатолию Александровичу 72. Он получил инвалидность. Но вопреки проблемам со здоровьем продолжает сам вести хозяйство. Сейчас, в конце мая, решил подготовиться к зиме. И команда «Утро добрых дел» уже спешит на помощь. Посмотрите, что у меня есть. Я не знаю, поможет ли это нам или нет, но предлагаю начать работать. Кстати, давайте распределим обязанности. Что делать будем? Я буду бензопилой пилить. Давид, наверное, я буду помогать. А он бежит. Может быть, я вам, Давид, вот это дам? Спасибо. Принимаемся за работу. Ну что, Давид, получается у вас? Что-то не очень. Я предлагаю уже оставить эту затею. Посмотрите, вот Анатолий Александрович целую тачку дров везет. Давайте ему поможем и сами переложим. Хорошо. Пойдемте. Хорошо. И тут досадная оплошность. Техника оказалась слабее людей. Анатолий Александрович, вот сейчас, по идее, мы должны сдать вам работу. Но у нас внештатная ситуация. Наша бензопила нас подвела и немножечко сломалась. Да, Иван? Вот, в общем, дело какое. У нас осталась с вами последняя закладка, посмотрите. И, видимо, мы приедем в следующий раз и доделаем все. Хорошо? Спасибо. Работали хорошо? Хорошо. Помогли, самое тяжелое. А остальное уже легко осталось. Мы обязательно вернемся к Анатолию Александровичу и сдержим свое слово. Ну а пока делимся со зрителями полезной и актуальной информацией. Помните, скоро начнутся плановые отключения воды. Дополнительные меры социальной поддержки при посещении бань в виде оказания адресной материальной помощи предоставляются в размере 217 рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, неработающим пенсионерам, инвалидам, детям в возрасте до 14 лет из числа граждан, проживающих в неблагоустроенных жилых помещениях, в размере 130 рублей участникам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, проживающим в неблагоустроенных жилых помещениях. А также помните, команда «Утро добрых дел» умеет все и всегда готова прийти на помощь. Наш телефон 233 11 66.